Так я приехал на студию, да? Да. А поделиться с вами нечем. Я все-таки собрался постричься. Полгода собирался, если честно. До сих пор боюсь. Мне кажется, пока очередь у меня дойдет, я убегу. Убегу домой. Сегодня, короче, тусить собрался еще. Солнце пойдем. Медальки есть, женские мастера. Модные медальки, модные заказы. Модная категория, модная стричка с обладкой. На кошках тренировалась, да? Я кроме насадки 6x3 больше не стригся никак вообще. Первый стоп парикмахеров стилистов России. Победителю. Женские мастера — это чемпионат России. 2019 год. Но она давно, слышь, на опыте, походу. Да давно с ножницами. Старые, а есть где-нибудь последние года или все? Мужики, может, всех на лысо, а? Садитесь, я быстро сейчас, без очереди. Можно я так пойду в эту жизнь? А я костюмы искал на Хэллоуин. Оказывается, здесь все есть? Я тебе говорил, дома голову мой. Здесь нет горячей воды, да? Да он на всех выпусках просто. За пультом, за пультом. Еще и в парикмахерской, да, застал. Невозможно работать с диджеями. Все нормально, все нормально. Все аккуратно, да? Охуенно стрижался. Мне вообще нравится. Ну-ка, приходите еще. Что-то я смотрю на тебя и что боюсь. Боюсь ей довериться. Не, я только помыл. Я так за компанию приехал. Как барашек. Кто это тут такие модные? Нет, это материал нужен. Да, давай ты скажешь на камеру, что ты будешь со мной делать. Я не знаю. Ну пошли, сядь, мы просто, мне самому интересно. Ну а что ты хочешь? Я сам не знаю. Я сам не знаю. Ребят, я боюсь. Боюсь. Не. Только-только не с этим прибором. Ты попрощаешься с моими друзьями. Блин. Ну а что ты фотки делаешь? Думаешь делать? Я просто как девочка не хочу двигаться. Это нормально так? Нет, ну может тебе выбрать, например, и сделать муж хвостом. Или ты хочешь кудри? Вообще не знаю, что хочу. Ля, ну я ни разу не собирал еще. А что у тебя с челкой? Ты отстригаешь? Нет. Я же говорю, поджег ее. А, понятно. Ты что, не помнишь? Я же рассказывал. Это сожглась? Да. Прям пожар был на голове. Новогодний утренник у меня был. Первый кудря пошла. Мама. Все. Нет кудри. Я, да, я же собрался валить. Вали на Бали, у меня серия скоро выйдет. Вали на Бали? Да. Сказочная Бали. Если я не доеду до Бали, я на лысо. Да, если честно, у меня лицо красивое. Мне нельзя испортить с волосами. Ну, сейчас я себе не нравлюсь с этой челкой. Чего? С этой челкой. Пушок какой-то. Пучок, смотри, какой отрезало. Жалеешь. Ну что, тебе кудри твои оставлять? Какой-то Что за леший? Я на бомжа кого-то похож. Пришел красивый мальчик, уйду каким-то бомжом. А потому что ты реально. Почему так? Потому что так волосы. У меня кудрявые волосы, необычные. Я хипстер. Она сама не знает, что будет. Не, ну я, если честно, шел. Я был готов, если что-то не понравится, под машинку убраться. На нехуй полтора года не стричься. Я просто не знал, что челка загорится. В одно прекрасное новогоднее утро.
Я как раз проверю, сегодня же я тусить иду. Внимание больше будет ко мне или меньше. Я сразу спалю козёк. Чем дальше, тем я боюсь это смотреть в зеркало. У тебя маска есть? Можешь одень мне на глаза маску. Да мне так никто это... Короче, мне никто сегодня не даст. Мысль реально прикольная. И удобно вообще, быстро в душ сходил, не сохнут. Захотел, помыл голову, не помыл, все быстро. Подписчики, что со мной сделали? Я, короче, заснул, проснулся и смотрите, что такое. Ксюха, короче, пьяная была, ничего не знаю. Ладно, все, сейчас ты заценишься. Мне сейчас стыдно будет подходить к кому-то, знакомиться. Скажет, что за Люба? Смотри, барашку моего обрила. Ребята, запомнили? Кому бы не попадаться в Москве? Под чьи руки? Пьяный мастер. Пьяная женщина, горе в семье. Так, хватит найти. Мама! Я иду с этим хэром, который мне пока вообще не нравится. Сейчас буду знакомиться со всеми подряд и узнавать, как. Ну и спрошу у знакомых, которые меня до этого видели.
останется.